Да, и вот так вот всегда, легким движением башки, вся прическа. В общем-то, говоря, приходит вот в такое состояние. И нам нужно откатиться, откатить это обновление. Вот и все. Я натурально приветствую вас. До Нового года осталось совсем немного. Действительно. И с вами Мунзарт. Я натурально поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы вы радовались, почаще заходили ко мне, и мы радовались вместе. Желаю вам настроения хорошего, здоровья, терпения, учитывая все вот эти вот реалии вокруг происходящие. И чтобы был интересный сюжет в жизни и везде должен быть, да, интереснейший сюжет, сюжетная линия. Вот о сюжетной линии. Особо хочу поздравить человека, без которого этот видос и многие другие видосы, наверное, бы не вышли. Дядя Ислом, Ислом Измайлович. Большое вам спасибо, потому что именно дядя Ислом мне помог проапгрейдить ноутбук. Натурально. Поэтому с Новым годом! Я знаю, что вы сейчас в стране дождей и туманов, но чтобы всегда было комфортно, хорошо, тепло, радостно и замечательно. Также всех, кто меня смотрит, поздравляю с Новым годом, желаю интересного сюжета, настроения и всего хорошего. Я не президент, поэтому я не буду рассказывать там какие-то речи по типу, что этот год был трудным Действительно. и так далее, но вместе мы выстояли. Вы сами знаете, каким был этот год. Самое главное, что я желаю вам, чтобы год грядущий был лучше, чем этот. Вот. Натурально. Увидимся в новом году. Да, и особо. Дружище Рейн, я знаю, что ты ко мне заходишь, меня смотришь. В новом году нас ждет Имба Мановар. Это такой вот маленький спойлер. Имба Мановар с просто бомбезными статами, который будет покорять весь Карибский архипелаг. Поэтому будет еще более интересно. На этом у меня все. Увидимся в новом году.